На конкурсе идей «Дальневосточный гектар» приоритетным стало малоэтажное строительство. Большинство участников присылают проекты одноэтажных домов, где применяются модульные конструкции. Прием заявок на конкурс продолжится до 15 июля. Сейчас организаторы получили больше 450 идей из 50 регионов России. Победители конкурса получат гранты и призы. А на основе лучших работ будут разработаны типовые бизнес-планы по освоению дальневосточных гектаров.